Спонсор показу – компанія «Нова будова». Все участники, все талантливые, но нет детей сильнее, чем у нас в команде. Ай, как скромно, боже мой. Ну, так оно и есть. Ты меня не тролль, ты меня не тролль, видишь, как любовь. Блин, они такие классные, они так заряжают своими эмоциями. Это время истекло, легко. Они для меня кумиры, я хочу быть на стиле такими же, как и они. У них прекрасный тандем, и одна голова хорошо, а две, конечно, всегда лучше. Я просто хочу сказать... Поди к ним ближе. Я просто хочу сказать, что ребята вышли, они настоящая команда. И мы с позитивом настоящая команда. Да, команда! Время и стекло очень хотят победить. Да ну, у меня такие все сильные ребята. Время и стекло вряд ли станет победителем. Конечно, группа «Время и стекло» мечтает, чтобы их детки выиграли. Потому что они уже нам как семья. Нам потрібно здивувати. Це буде пісня, яку ви знаєте. Вона дуже смішна. Дуже неожиданний і невероятний хіт. Такої цю пісню не слышав ще ніхто і ніколи. Це буде сумасшедший дом талантливих і лучших артистів України. Ну да, что ты такое, так. Лёш? Ну ты такой наглый же. Ты не веришь? Сейчас посмотрим. Бешкетники, время и стекло. В наше время парни стали слабенькими, на мужчин пародиями. Пока всех не потеряли, мы должны всех по местам расставить. Погнали! Никогда нам не быть с тобой. По-любому ты не будешь со мной, yeah. Полюбила полумрак я друга, полупринц или полугород. В наше время
Сильными парни стали слабенькими на мужчин породе яме. Всех пока не потеряли, мы должны все по местам расставить. Погнали! Уровень каждый день мужчины чешет. Уровень некому поплакать за плечо. Будет ведь офигенная проблема. Сломанная лапка, ожирение идет эмма. Почему им все несет? И она к нему ползет, как кошка. Let's go! У нас было с тобой. Я все дома здесь играла бы дурой. То мы с тобой договоримся про пароль. Веселись с нами! По-любому с тобой не буду. По-любому я не буду с тобой. Полюбила полумрак я друга. О, принц Револ. Всем вместе! Ты меня не трогай. Ты меня не трогай. Видишь, как любовь убивает боль. Ты меня не трогай. Послушай, ты меня не трогай. Надя, позитив, просто зараз закликайте ще активніше голосувати країну за вашу команду. Я хотів би, щоб всі вместе ще раз поаплодировали цим замечательним, талантливим творцам, митцям, як угодно можна називати, но самое главное, що ви пройшли через действительно тяжелый путь. Это становление артиста, и сегодня я с гордостью могу сказать, что вот, добро пожаловать в мир артистов. Вы теперь настоящие артисты. Спасибо вам огромное за это. Класс. Ребята, спасибо, во-первых, вам за то, что вы выбрали нас. Мы очень счастливы. И, знаете, глядя на вас, я не верю в то, что, знаете, это дети. И они такие уже профессионалы. Посмотрите, они выступают как настоящие крутые взрослые, которые десятилетиями находятся на сцене, правда? И, собственно, теперь, дорогие зрители, мы хотим обратиться к вам. Слава богу, что мы сегодня не выбираем, потому что это было бы абсолютно невозможно. Ужасно. И теперь дело за вами. Я вместе с позитивом очень хотим попросить вас, чтобы вы проголосовали за нереальную, красивую, талантливую, воспитанную, самую лучшую Яну Горную. На номер 7914. Номер? Номер 01. Я хотел бы, чтобы все девчонки наконец-то... Во-первых, я забыл сказать, что у нас единственный парень в финале. Ему очень сложно. Давай, мы нагадаем, что мы в прямом эфире, тому поэтому номер... трешечки активнейше. Поэтому, пожалуйста, все голосуем, девчонки, активизируемся по-настоящему. И голосуем за наших прекрасных ребят.